Хотите подарить себе какую-то по-настоящему экстравагантную косметическую процедуру? Как насчет пары-тройки улиток на вашем лице? В этом салоне в центре Токио косметологи решили применять особый способ, чтобы сделать кожу мягкой и гладкой. Для этого они используют слизь, которую эти моллюски выделяют, медленно передвигаясь по лицу. Слизь улиток делает вашу кожу действительно мягкой, убирает сухость, шелушение. Она также имеет прекрасные увлажняющие свойства. Пока в салоне работает команда из 5 улиток, их хватает, чтобы обслужить одного клиента в день. Когда они не ползают по лицу, то живут в специальных аквариумах с необходимым температурным режимом. Овощи едят только самые лучшие. Мы кормим наших улиток экологически чистыми овощами. Особенно им нравится морковь. Мы стараемся поддерживать у них температуру около 20 градусов, так что жизнь у них достаточно приятная. Салон предлагает процедуру продолжительностью 5 минут. Она идет в качестве дополнения к более объемному комплексу косметических услуг, в ходе которых используют препараты, сделанные на основе все той же слизи улиток. Улитки не самые подвижные создания и никогда не считались милыми или хорошими домашними любимцами. Но благодаря их превосходному косметическому эффекту, мы надеемся, что женщины начнут рассматривать улиток как превосходную процедуру для лица. Стоит отметить, что цена 5-минутной процедуры составляет около $100. При этом отдельно ее заказать невозможно, а только в сочетании с полным косметическим пакетом услуг, который стоит почти $250.